Джули вспылила из-за вопросов о Питте в эфире шоу «СМИ». Актриса разозлилась на журналистов, интересующихся не ее новым фильмом, а мужем. Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время интервью по поводу ее нового фильма «Сначала они убили моего отца» вышла из себя. Звезду разозлили вопросы журналистов, которые интересовались не картиной, а ее личной жизнью, передает Page Six. Инцидент произошел в эфире шоу Nightline канала EBC, куда была приглашена актриса. Издание сообщает, что когда ведущие принялись задавать Джоли вопросы о Брэде Питте, та вспылила и отказалась на них отвечать. Позднее этот фрагмент был из передачи вырезан. Сложно поверить, что Анджелина не знала, что ей будут задавать подобные вопросы. Ведущие просто выполняли свою работу, прокомментировали инцидент сотрудники телеканала. Ранее корреспондент Нет сообщал, что в СМИ появилась информация о воссоединении Джоли и Питта. По материалам сайта news.com.